всем привет, друзья. Короче говоря, Виталика я проводил на поезде. Приехал домой, выспался. И сейчас я буду затирать штуку. Заподяжный замки. Направил прикольный вверх. Буду затирать пальцы. К сожалению, шпателя нет. Ни резинового, ни металлического. Ну, в общем, это скучная работа. Сделаю, покажу. В общем, друзья, затер швы, теперь это выглядит вот так. Осталось дотирки, это приятно, хорошо. Сейчас это дело надо все отмыть и пройтись по швам чем-нибудь твердым, чем-нибудь инструментом, чтобы укрепить профиль. Друзья, я защищаю швы. Обычным стеклом. Потом останется только помыть плитку и нанести пропитку. Короче говоря, друзья, я дома немножко прибрался. Пожарил курочку, сделал пюрешку, луковый салатик. Это все надо будет крепить стенки. Вот так получилось после затирки. Эту лампу уберу, хочу здесь вот под ящиками пустить диодную ленту светящуюся. И следующий этап — это покупка и установка нижних шкафов и столешницы. Кстати, посоветуйте. Я знаю, у женщин восприятие цвета намного лучше. Девушки, посоветуйте, какого цвета столешницу взять. А то для меня это опять будет мучительный выбор. Буду ждать ваших комментариев. Всем приятного аппетита. Ну а дальше смотрите дальнейшие приключения Виталика в Краснодаре. Он еще Мюнхену, а там как самочувствие. А я тебе это не скину. Я тебе скину, разве? 50 минут это идет. Извините меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Ну, короче, поругались, блин, с Ангелиной. Мне нужно, короче, свой раф. Надо ноутбук купить, чтобы... Я вообще... 50 минут. У меня ни бритвы, ничего. Щетку. Нет, это другое. 50 минут конференции идет. Просто поругаться с Ангелиной. Ну там, ну с кем не бывает. Ну короче, ну, все. Я, короче, еду сейчас. Ну, мне нужен ноутбук, это не то, чтобы то, что я сейчас тебе скину, и все. Записывать видосы, нормальный контент строить на канале. И так что, если вы смотрите это видео, значит, я еду в поезде. Вот такие вот нахрен дела. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И
пишите комментарии. Всем пока. Хай азгина на саги жоворчина на эсэрчином. Ну-ка, ху жоворчина на эсэрчином. Да, у нас водитель такой похож на водителя из сериала «Каха и Серго». Непосредственно Каха. Прям говорит тогда. Кто это заметил? Ставим лайки. Я думаю, на этом ограничимся наш раз. На грузаке, думаю, не так сильно. Нет, это машина зверь, ну, блядь. Такси, не, ну, такси поработал. Вообще охуенная машина. Такси поработал давно. Наверное, года 2-3. Ошибаюсь. Ошибаюсь. 2 года в такси. Три. Вот эта машина. Это? 3 месяца. А так быстро. Что так быстро? Ну, приходит в такое состояние. Да я его так и купил. А такое? Это на продажу. Короче, мы покупаем ноутбук. Не. Погибаться там, да? Не надо. Короче, Красная площадь работает, несмотря на карантин. И мы с Виталиком... Коронавирус никого не берет. И мы с Виталиком тут как тут воспользовались этим моментом. Че, куда идем? Не знаю. Пойдем. Нам надо магазин ДНС. Все, идем. Лёшка, а вы не подскажете ДНС на этом этаже? Спасибо. Да. Есть там несколько. Никому об этом не говорит. А мы тебе подтяжки сейчас. Девушки смотрят. Чего они на меня смотрят? Что, мне штаны смотрят? На тебя девушки смотрят. Если ты без штанов шел, тогда... Так я уже без штанов иду. Почти. Девушка. А где здесь туалет? Опять поставь. Бабуля, а закурить есть? Что, ты не есть? Да надо бы, да не знаю, тут дело херово. Походу не вижу ничего. Ткнул опасность. Походу нас там обманули. Спасибо. Как ты не Делайте приятные покупки в парк Чемодан на втором этаже. Для потом. Бомжи пришли. Я рваный джинсы. Супермаркет. Так, вот здесь надо понять, на налево или направо. Ну, пойдем угорать. Новый экскурсий. Девчонки, не подскажете, ДНС туда или туда? Короче, налево пойдешь. Коня потеряешь. Это дворик европейский называется. Это там, где сейчас коронавирус. Не, это бутафория. Магазины? Ну да. Короче, это значит, какие дня. Если бы там люди жили, то было бы красота. Что он тут видит, что ли? Вот, да, да. Пойдет. Я
сейчас еще пиво принесут. Знаю, что ты ноутбук купишь. Скажи, не так много ты уровень. Да ну. Мастеры, да, дорогие. Поэтому я говорю. Леново надо. Девушка, можно вас? Да, пожалуйста. Нам нужен ноутбук. Дешевый, но мощный. Пацаны, что, блогеры, не знали, 70 тысяч подписчиков, скидочку сделайте нам. Леново нам желательно. А по одному можно? Sony Vegas Pro 13. Знаю. Тянет? Sony Vegas Pro, чтобы хорошо тянуло, то лучше с той стороны 50 было. Вот эти они потянут? Они будут все пилять. 75. А Леново нету? Блядь, по заказке. А стоимость? 45-50. Ну, аналог, скажем, по если аналог, характеристикам. То есть Леново дороже, чем вот это? Ну, смотря какая вам... А ты бы вот сам... Ну, по характеристикам. Вот, например, такое такой же. Там вот такой вот, ну сколько там, что там? Ryzen 5 определенного поколения, или миллион, оперативки слабые, винды нет. Ну это ж не в танки играть. Монтирование видео здесь хорошее. Там считай с процессора все берет. А для хороших роликов еще плюс видеокарта хорошая. Такое посоветую. Вот ты вот если бы ты бы монтировал видосы, ты бы что выбрал? Не для твоего работы. Что ты мне сейчас паришь там любую фигню, а чисто вот для себя. Подешевле и... Если бы я не доски, то я бы сразу влезу. Сразу. А пятый-девятый поколение, я бы старался, чтобы доски скидывали, нормальные доски, чтобы у нас мозги поскорее стоят. Видеокарты, да, там? Выиграем, монтируем. Братан, а ты сейчас забудь все, что ты сказал. 70 тысяч человек посмотрят тебя. Сейчас от души посоветую, чтобы дешево и чтобы видео монтировать можно было. Но не за 70, 80 тысяч. Монтировать видео какие вы собираетесь? На YouTube 10-15 гигов. Быстро хотите монтировать? Вот у меня камера. Вот если я перекидываю на ноутбук, монтирую и заряжаю, чтобы он так был. Я понял, его быстро хотите, чтобы монтировалось? Ну, желательно быстро, но не за небольшие деньги. Час-два. Если час-два, то... Ну, уважаемый. Можно и на таком час-два монтировать. Не, вот сюда, вот здесь. Ну, подожди, еще же вот есть. Я понял, здесь. Сейчас, смотрю. А здесь какая... Вот, чисто от души посоветую, чтобы тебя прям лайкнули все в интернете. Потому что человек уважаемый, и это очень важно. Да нет, в смысле, мне как бы те-то, что не заебаши. Ну так цены видел к тебе, ёпта, мать, нахуй тебе такие, блядь. Это, блядь, я тебе говорю, в танки играть, в самолете лететь и в танки играть. Зачем тебе такие, блядь? Ну, блядь, ну здесь мы будем... Да, это надо взять, посмотреть. На нём пока винды нет. Просто хороший. Винду дополнительно надо покупать, да? Да. Не знаю, если что. Процессор хороший, видеокарта, по памяти хорошо будет себе ходить. Sony Vegas Pro спокойно. Sony Vegas Pro даже на ОНТ, на те установите. Но там он не будет просто мобильный. Нет, знаешь, как, смотри, бывает, короче, у меня, блядь, у жены, короче, ноутбук,
Я, короче, беру, устанавливаю Sony Vegas Pro. Открываю эти таблички. Ладно. Я залазил в какие-то там настройки, ну, я посмотрел там. Отключаю это все системное вот это вот оборудование. Значки, знаешь, эти квадратные, крестики там. Sony Vegas Pro запускается. Запускается, потом берешь чат, включу. Ну, у нее медленно там видосы грузится там. Просто берешь, монтируешь там, ну, 20 минут видео, например, там, 30 гигов, например. Он там чуть сжимает, где-то что-то это. Ну, короче, полтора, три там, так хрен поймешь, когда как. Короче, бывает. Видос монтируется по-разному, бывает час, бывает 20. И у нее ноутбук за 40 тысяч, а монтирует так, вообще, у нее как бы это, 4 гига это. Ну, я советую 6 либо 8 уже брать. А это сколько? Это 8. Чем больше оперативка, тем лучше видеокарты, просто там будет быстрее монтировать. Короче, возьму, нормально. Нормально будет. Точно? Винду сам установит. А что, винду еще надо? Да, на него винда нужно будет. А? Винда на него будет. Сколько? Это на сайте по базе там цены. Да, скачаешь левую. 1000 рублей бесплатно. Установка плюс винда. А винда сколько? От 5. Нахер надо? 5000? Сам скачаешь винду. В смысле, где я буду качать? А просто левую винду поставишь. Там же она должна быть автоматически. Ну, это сразу говорят, что без винды. Он без винды. Включается еще там 5, там 7 тысяч плюсом. Смотрите, ничего в разнице. Я тебе скачаю. Предложить. Он уже будет с виндой, но подороже сразу. Ты сам шаришь? Да. Ну, не за 5, за пару. За парочку нам сделать. И через, там, когда ты, у тебя рабочий день запустился, мы лицензионно только устанавливаем. Ну, лицензию установи за 2000, не за 5, не за 7. За 200. Я потом просто покупаю лицензию, не буду. Нет, в смысле? Нет. По-любому, в лицензии я же не на один компьютер сидел. Я так не занимаюсь. Ну, я понял, короче, куда нет, давать? Нет, они завели. Че, все забираем? Заберем и сами скачаем. Оформлял. Просто я говорю сразу, я могу точно такой же получить по характеристикам, но будет чуть подороже, но сразу с виндой. Сколько она? Сколько дороже? Ну то на 16 тысяч. Ну, а максимум, ой, на 6, 6 на 7. Давай вот это. Тогда погоди ты, дружище. Asus. Да потому что мне сразу, блядь, понравится из этой серии. Может прокатимся еще по магазину, посмотрим. Да не, давай уже возьмем, короче, один. Вот если он. Ну, Sony Vegas Pro, да? Он мне на 15 секунд дам с типом. Знаю, ты работаешь? Нет. Не, реально восстановят? Все. Стой. Давай. Чего? Сколько бабла? Да подожди, ты стой, да я скажу. Короче, народ, если что, не обессудьте. Ты что, деньги я носок заснул? Это потому, что меня когда мусора мурыжили. Я просто боялся, то, что вдруг деньги у меня заберут. Из-за этого я, короче, спрятал их носки. Так что... Но все ставятся. А? Но мне все ставятся. Ну что, сколько там? Ну, 56500. 56500 и камера 58. И за 2000 чехол есть? Да. Ну, в смысле, вот у меня, короче, 60 тысяч. Что там остается? Итого 58, скидка 98. И все, и на сдачу чехол. Чехол, в смысле, сумочку? Если вы на замену берете. А? Не трогайте мой ноутбук. Сейчас, не просто. Чего? Штраф 500 рублей. Отключение? Нет. Есть, да? Да. Да, ну лично, давай.
сколько надо? 60 000 надо обмыть. Я же говорю, для блогеров скидки не делайте. Для блогеров не делайте скидки. Промокод Виталик Ангелин. Магазин ДНС не делает скидки. Даже для блогеров. Делает. 70 тысяч подписчиков. Пойдем. Принесли, брат. Это мое имущество. Извините, я специально. Что с гарантией-то? А? С гарантией. А где гарантия? Там года. Гарантия сколько лет? Там написано все. Гарантия 50 лет. 12 месяцев. 12 месяцев на ноутбук, 24 месяца на веб-камеру, 6 месяцев там на сумму. Поздравляю, братик, с покупкой тебя. Возьми бумаги, если у тебя. Позаранее, да. Буду бухгалтером. Просто я-то... Спасибо за покупки. Пожалуйста. Давай вот это в сумку сложим, да, вот это. Вот эти коробочки. Ну, вот здесь расстегни. Подожди. Вот эти коробочки. Я просто освободить помещение. Оставим. Пойдем как бомжи поработаем. Куда ты? Куда-то вот сюда, и вот сюда, вот сюда, брат. Сюда. Так, это сюда, чтобы не пролить. Вот это надо открыть, короче. Там уже нет, сколько времени уже? 12 часов нету? Да нет, еще нету. Кстати, он сказал, если без коробки, гарантия уже не канает. Ну да, надо забрать ее, да нафиг, ты вот это положи просто туда. Нет, в смысле, я тебе домой положу, ты просто положи. Сейчас-то, ну, дома тогда положу. Теперь она не открывается. Да-да, ну нафига сейчас? Вот это, в сумку. Нет, в смысле, положи, нет. Чтобы у нас было две сумки, одна такая и одна такая, и все. И все, что ли? Все. Все чётенько, все матно, все по ништяцки. Что-то на сумке хоть написано Дольче & Габбана. Аля Кельвин Клайн. А, Сэль-Лайн. Ну, мимо тебя прошел. Я пошли думал, вон на сумку, машина. Все, поехали. Что там, подписчики? Всем привет. Да я в туалете там рекер не замутил. RAV4. RAV4. Нет Toyota лучше в мире, чем Toyota RAV4. Здравствуйте, на Есенина. Друга не прищемите.